Доброе утро, мир. Мы его, собственно, решили прогуляться с самого утра с пацанами. И что-то... Снег. Объясни. Сугроб для меня, для сноуборда. Это горнолыжный курорт для Кирюхи. Курорт. Картавые истории начались, понятно. Так, что-то, короче, походу, город предназначен, в принципе, для Кирюхи. Это специальный двухфутовый контейнер. Да, двухфутовый контейнер для Кирюхи. Огромный. Ну, для него. Да, класс. Боже мой, какая красота. На солнышко светит. Начинаем тренировки. И это не может не радовать. Просто какая фантастика. Одни эмоции. Мурашки по коже. И все. Ну, а я полез. Кстати, вот, давай. Короче, если вдруг, как там сторис, если вдруг непонятно, то предыдущий сторис как раз есть арбузик, а это значит, что на нее надо ставить реакции, и у тебя будет возможность выиграть вход на трансляцию РДС ТВ. Второй этап в Нижнем Новгороде, который пройдет в эти выходные. Так, и касаемо нижегородского лайфхака на тему того, чтобы посмотреть тренировки. Меня даже кто-то спрашивал, типа, когда это можно сделать. Только завтра у вас есть возможность просто так на халяву прийти посмотреть тренировки. В четверг. В пятницу уже такой возможности не будет, потому что все будут проходить по браслетам и по аккредитации.